Эта печальная новость появилась сегодня рано утром на просторах российских сайтов. Мы спешим с ней поделиться с вами, друзья. Подписывайтесь на наш канал, мы делаем для вас интересные новости. Сегодня рано утром нам на глаза попалась печальная новость. Нам сообщают о том, что всем известный российский актер театра и кино, которого знает вся страна, Валерий Николаев, несколько дней назад пропал без вести, находясь в Стамбуле, Турции, на отдыхе. В его гостиничном номере остались документы, деньги и даже мобильный телефон. Самого актера уже нету трое суток. Сейчас его поисками занимаются сотрудники местной полиции, выясняют все обстоятельства этого происшествия, а также пытаются узнать, кто и когда последний раз видел актера в гостинице в его номере. Крайне мало информации по поводу пропажи нашего актера за границей, так как это чужая страна и никто ничего толком не хочет рассказывать. У нас остается только следить за ходом событий вокруг этой ситуации. Мы будем держать вас в курсе свежих новостей, друзья, на нашем канале. Берегите себя, своих родных и близких, не забывайте за нас и удачи вам в жизни.